Друзья, всем привет! С вами Олег Сергеев, аналитик компании TSI Analytics. Сегодня время нашего очередного выпуска. И в качестве темы я подготовил очень интересную информацию. Эта информация касается рынка марихуаны, вот, и рынка криптовалют. Есть очень много интересных различий, да, очень много интересных сходств. И я бы хотел, чтобы мы в данном выпуске рассмотрели какие-то возможные аналогии, которые происходят на рынке криптовалют и на рынке марихуаны. Информация будет очень интересна, сразу говорю, поэтому предлагаю не затягивать и начинать. Итак, друзья, сразу хотел бы сказать, что мы не касаемся вот моральной, этической стороны данного вопроса. Мы рассматриваем криптовалюты, а точнее мы рассматриваем рынок марихуаны исключительно как рынок финансовых инструментов, который на данный момент невероятно популярный. И, конечно же, я как человек считаю, что все, что вредит здоровью, это все как бы плохо. Соответственно, что объединяет рынок криптовалют и рынок легальной марихуаны? Долгое время рынок легальной марихуаны был одним из немногих рынков, который хорошо коррелировал с рынком криптовалют. Вот обратите внимание, у меня сейчас на данный момент открыто два графика. Вот просто я так подобрал такие вот инструменты. Они, в принципе, можно было кое-что заменить, но это два инструмента, которые просто у меня поместились, да, на экране и как раз вот наиболее наглядно демонстрируют корреляцию, которая до недавнего времени была. Синий график – это график котировок ETF компаний, которые занимаются, ну, непосредственно коноплёй в медицинских целях на рынке Канады. Вот, это ETF, скажем так, ETF марихуаны, да, компании, которые занимаются марихуаной. Вот, это синий график. Обратите внимание, насколько этот график по своим временным диапазонам соответствует вот той динамике, которую мы наблюдаем на рынке криптовалют. До определенного момента, конечно, да, если мы вот не будем до середины августа, у нас прямо этот рынок, он очень близко соответствует рынку криптовалют. И в качестве наглядного сравнения я еще привел тут вот такой вот инструмент, который бы как бы не исказил бы график сильно. Это вот красненький график, это индекс там топ, по-моему, 10 криптовалют, которые торгуются где-то в Швейцарии, в Цюрихе. Ну, это можно было здесь взять биткоин, можно было взять здесь эфир, то есть любой какой-то инструмент, просто из-за очень сильной разницы в цене, именно в абсолютных выражениях, у меня получалась не очень наглядная картинка, поэтому я просто подобрал любой криптовалютный инструмент, который бы по ценам был бы в абсолютном выражении близок к ценам этого ETF. Поэтому вот мы видим, что наглядно у нас очень высокая корреляция присутствовала до поры до времени. Что же еще, коллеги, объединяет рынок криптовалют и рынок марихуаны? Ну, во-первых, помимо, скажем так, очень схожих котировок, да, корреляции котировок, криптовалюту и марихуану объединяет их статус, да, такой вот для традиционного мира, для такого для традиционного светского мира, это какой-то вот полулегальный статус. В одно время есть страны, которые там полностью разрешены операции с криптовалютой, и также есть страны, в которых полностью разрешена, скажем так, разрешена марихуана, но есть ряд стран, в которых и за то, и за другое можно попасть в тюрьму. Соответственно, вот этот вот их полулегальный статус соответствует общей стадии цикла адаптации. Соответственно, кто помнит, вот есть такой вот график хайпа, я его часто привожу, да, это когда вот входимые стадии, которые проходят, любая инновационная вещь, да, которая у нас есть в мире. И в частности, у нас рынок марихуаны и рынок криптовалют, они плюс-минус проходят синхронно одни и те же стадии адаптации. И, соответственно, вот текущий полулегальный статус, он тоже одинаковый как для рынка криптовалют, так и для рынка марихуаны. Ну и последнее, это как минимум общие такие вот пересечения в истории, как рынка криптовалют, так и рынка марихуаны. Я думаю, вы все понимаете, о чем я говорю. Это взаимодействие на уровне использования анонимных свойств криптовалюты для
покупки марихуаны. То есть это общая история, которая их также объединяет. После того, как мы разобрались в том, что рынок криптовалюты и рынок марихуаны довольно-таки близок, да, и где-то синхронен, я бы хотел сейчас для наших зрителей более детально разобрать непосредственно текущую ситуацию по рынку марихуаны, какие там есть направления, какие там сейчас текущая ситуация, какие там сейчас факторы, какие там компании переживают бум. Итак, если говорить о марихуане, то у марихуаны есть две сферы применения. Первая сфера применения – это медицинское применение. И вторая сфера – это рекреационное использование, рекреационное применение. Ну, если с медицинским применением тут все понятно, да, то есть это означает, что мы выращиваем марихуану и используем ее свойства в качестве каких-то медицинских препаратов, то вот с рекреационным использованием, я, честно говоря, не сразу понял, что за этим стоит. Так вот, рекреационное использование – это использование психоактивных веществ, ну, любых психоактивных веществ, не связанных с медицинскими показаниями, а использование для получения удовольствия или иных, как бы, целей, да, ну, вы понимаете, что это имеется в виду, это не только марихуана, это, в частности, в таких рекреационных целях у нас используется и кофеин, и табак, и алкоголь, да, и в том числе марихуана, то есть это использование марихуаны для получения удовольствия. Как у нас обстоят дела с распространением по миру марихуаны, исходя из этих двух целей? Соответственно, рекреационное использование марихуаны на текущий момент как бы одобрено по территории Америки в 9 штатах. Да, если мы говорим США, то это 9 штатов и округ Колумбия. Напомню, что на федеральном то есть на федеральном уровне, на национальном уровне использование марихуаны запрещено. То есть есть ряд штатов, 9 штатов, в которых разрешено рекреационное использование марихуаны. Медицинское использование, как вы понимаете, более на данный момент пока широко распространено. Это медицинское использование полностью разрешено в Мексике, Аргентине, Бразилии, Австралии, Южноафриканских республик, почти там, ну, в большом, в целом ряде европейских стран, то есть это очень большое количество европейских стран. Если говорить о США, то это большинство штатов. Если в качестве рекреационного свойства это только 9 штатов и округ Колумбия, то в качестве медицинского использования марихуана разрешена там в большей половине штатов Америки. Но дальше всех по пути легализации марихуаны, как ни странно, оказалась Канада. И вот на этом нужно акцентировать внимание. Соответственно, у нас есть определенный фактор, который будет определенным, скажем, таким существенным драйвером на рынке. Это 17 октября, когда в Канаде полностью использование каннабиса станет законным. В середине июня верхняя палата канадского парламента проголосовала за легализацию марихуаны для развлечения. Что это значит? Это значит, что Канада станет первым государством большой семерки, где этот наркотик легализован полностью в национальном масштабе. Ну и, соответственно, закономерно, что и лидерами вот этого вот зарождающегося рынка марихуаны преимущественно лидерами стали канадские компании. Такие вот лидеры, как Canopy, Tilray, Aurora и другие. То есть это те компании, которые занимаются выращиванием марихуаны, ее реализацией и производством из него различных товаров. Так, канадская компания Tilray, она выросла в 5 раз, ее стоимость выросла в 5 раз с момента IPO. На данный момент ее капитализация находится на уровне 16 миллиардов долларов, что является больше уже, чем, допустим, в сравнении капитализация двух компаний, Xerox и Western Union, да, вместе взятых. А само IPO компании происходило всего лишь в июле, и с этого момента компания вот так вот значительно выросла в капитализации. Я очень помню конец сентября, следил за динамикой вообще вот этих вот компаний канадских, так в частности Tilray, на фоне очень такой вот знаковой новости, то есть компании Tilray разрешили, правительство США разрешило поставку экстракта марихуаны для клинических исследований. И это как раз вот было конец, вторая половина сентября, вот в частности до 19 сентября, и на этом фоне акции, чтобы вы понимали, они подскочили на 93%, несколько раз за торговую сессию приостанавливали торги, потому что был невероятный ажиотаж. Уже сейчас можно сказать, что совокупная капитализация компаний, занимающихся легальной марихуаной, превышает 50 миллиардов долларов.
Ну и, соответственно, учитывая долю самого потенциала, да, потенциала рынка марихуаны, плюс динамику легализации, насколько быстро происходит легализация, там, в частности, в Канаде и в других странах мира, мы можем сказать, что и судя по динамике акций, которая соответствует всему этому процессу, можно сказать, что сейчас рынок марихуаны, он где-то переживает те же стадии, которые переживал рынок криптовалют прошлой осенью в ожидании определенного этапа легализации. Если быть точным, что я имею в виду? Если мы вспомним как раз ситуацию год назад, то криптовалюта, она росла невероятными темпами как раз вот на волне ожиданий, что со временем она станет, ну, можно так сказать, легальным финансовым инструментом. Для таких надежд были довольно-таки весомые основания. Помните, что пик цены на биткоин как раз вот пришелся на момент перед запуском торгов биткоином и фьючерсами на бирже CME и CBOE. Соответственно, вот что-то подобную фазу сейчас переживает рынок марихуаны. Теперь давайте подведем промежуточные выводы. Соответственно, рынок криптовалют и рынок марихуаны у нас объединяет общая история, которая отражается на котировках, общий полулегальный статус, более того, общий цикл адаптации. Также объединяет у нас вот этот вот зависимость ценовой динамики от пути легализации и применимости в мире, да. То, что переживал рынок криптовалют, на данный момент переживает рынок марихуаны. Вот такие вот у нас промежуточные выводы. И сейчас мы перейдем непосредственно к таким вот инвестиционным выводам, что можно ожидать и на что нужно обращать внимание в будущем. С этой целью, чтобы все внимательно рассказать, я даже подготовил такой вот слайд, на который буду периодически обращать внимание. Итак, первый вывод, на который стоит обратить внимание. Как вы знаете, существует целый ряд криптовалют, которые специализируются на рынке каннабиса. Это одни из самых известных: каннабис коин, подкоин и так далее. Исходя из их white paper, они прямо указывали на то, что с момента легализации рынка криптовалют их решения будут невероятно востребованы. Их платежные решения, банковские решения, которые должны исправить существенные проблемы в новой индустрии. Но что мы видим? Что на момент вот этого вот активной легализации рынка марихуаны, эти токены, они вместе с рынком просили на 80, да, а то и на 90% своей капитализации и никак не отреагировали на рост стоимости выручки доходов компаний сектора марихуаны, которые теоретически они как бы должны были обслуживать. Вот это такой вот первый негативный момент, касаемо ценности, которую предлагают, и даже не ценности, а практического применения тех решений, которые предлагают данные токены. Второй момент касается анонимных криптовалют. Как вы помните из истории, да, как раз вот спрос на криптовалюты, учитывая их анонимный статус, был довольно-таки высоким для приобретения нелегальной марихуаны. Со временем, как вы понимаете, если марихуана будет переходить более в легальный статус, то спрос на анонимные криптовалюты, они будут в долгосрочной перспективе падать, как минимум хотя бы от этих клиентов, да, от этой ниши, что в долгосрочной перспективе тоже не очень хорошо скажется именно на котировках данных монет. То есть это второй негативный момент, который можно отнести к рынку криптовалют. Третий момент. Нужно понимать, что инвесторы, которые приобретают криптовалюты, и инвесторы, которые инвестируют в рынок каннабиса, это потенциально одни и те же люди. Это люди, которые невероятно терпимы к риску и охотятся за очень высокой прибылью. Соответственно, если рынок криптовалют не будет давать той прибыли, на которую они рассчитывают, то вы понимаете, что будет происходить такой вот постепенный переток капитала, и если рынок каннабиса будет давать ту прибыль, которая будет удовлетворять вот этих вот невероятно агрессивных инвесторов, то это в целом негативно скажется на всем рынке криптовалют. Да, конечно, это касается определенного, скажем так, определенной прослойки инвесторов. Да, нельзя сказать, что это 100% инвесторов, которые заинтересованы в рынке криптовалют. Но какая-то доля инвесторов, это чаще всего там такие вот молодые прогрессивные люди, там в районе 25 лет, которые ищут просто для себя невероятно привлекательные инвестиции с очень быстрым, таким вот молниеносным, стремительным ростом. Вот как раз вот есть вероятность того, что те вот молодые люди, молодые инвесторы, они перейдут там, где будет для них
более интересные, более выгодные условия. И следующий момент – это момент касаемо фондового рынка. Я просто надеюсь, что у нас присутствуют зрители, которым интересен, в принципе, интересны финансовые рынки, да, которые хотели бы развивать свой кругозор и рассматривать даже рынок криптовалют в контексте всех финансовых рынков. Вот есть очень интересный момент, и я бы рекомендовал обращать внимание на акции компаний, которые занимаются производством питьевых напитков, прохладительных напитков и алкогольных. Что я имею в виду? На данный момент в проекты, связанные с каннабисом, все более и более инвестируют компании, производители напитков. Это очень известные бренды, в том числе и алкогольные, в частности, производители марки «Корона» и такой бренд, как Heineken. Также ряд алкогольных гигантов из Великобритании. Они на данный момент сейчас заинтересованы в разработке и выпуске газированных напитков, алкогольных напитков, в состав которых входили бы действующие элементы марихуаны. Но учитывая более доступные возможности для инвестирования, я бы рекомендовал присмотреться к акциям Coca-Cola, так как Coca-Cola вслед за другими питьевыми компаниями начала переговоры непосредственно с производителями каннабиса о совместном производстве марихуановых напитков. В роли потенциального партнера Coca-Cola рассматривает для себя канадскую фирму, да, ну понятно почему канадскую, Aurora Cannabis. Накануне уже стало известно, что представители Coca-Cola ведут переговоры с Aurora о создании совместного бренда полезных для здоровье напитков с содержанием марихуаны. То есть вот такие вот у нас на данный момент дела. И, как вы понимаете, совместные какие-то проекты, они увеличат капитализацию как одной, так и второй компании. И в данном случае любые новости, связанные с легализацией марихуаны по всему миру, они будут положительным образом на этой волне популярности и сказываться на акциях Coca-Cola. То есть вот такая вот рекомендация. На данный момент, по-моему, я выделил как раз и озвучил все четыре таких вот краткосрочных вывода, которые хотел сказать. Теперь резюмируя, все мною сказано. Для, скажем так, старого мира, да, если можно так сказать, конопля на данный момент пока имеет существенное преимущество. Это наличие материальной формы, да, как бы физической формы, которая на данный момент имеет очень очевидную потребительскую ценность. И важным выводом для инвесторов на данный момент должно быть то, что движение за легализацию марихуаны, в принципе, развивается и в Соединенных Штатах Америки. А Соединенные Штаты Америки – это самый привлекательный в мире национальный рынок для любого продукта, для любого товара. Более того, на данный момент у легализации рынка марихуаны очень появились серьезные и сильные лоббисты в политической сфере. И постепенно либерализация необходимого для производителей марихуаны законодательства будет происходить во многих странах Европы. Да, вот такие вот выводы, коллеги, но не хотел бы, чтобы как-то вот для любителей криптовалютного рынка мы заканчивали на какой-то такой вот негативном моменте. То есть в любом случае это говорит о том, что у нас есть два связанных между собой каких-то вот таких вот хайпа, которые могут перекликаться друг с другом. И даже если пока токены там компаний, специализирующихся на решении для каннабиса, и не взлетели вместе с рынком каннабиса, тем не менее, да, данные токены я рекомендую как бы иметь в виду, следить за ними, потому что у нас такой вот хайп, это дело тонкое, мало ли что может произойти, какие-то такие вот слухи, ожидания, либо возможно какие-то там договоренности между непосредственно блокчейн-компаниями и производителями марихуаны. Если будет это происходить, это все будет тут же сразу подхватываться, раздуваться, и это все будет отражаться на ценовой перспективе данных токенов. Ну и второй момент, друзья, это что можно ожидать потенциально от рынка криптовалют. Это то, что на данный момент демонстрирует рынок каннабиса. Да? Обратите внимание, как вот с этим вот распространением легализации по всему миру, а в частности это очень большое имеет влияние Америка, да, как очень большой национальный рынок. Обратите внимание, как это все отражается на котировках акций компаний, занимающихся каннабисом. Потенциально это же все может происходить у нас и на рынке криптовалют. Только нужно дождаться определенных таких вот триггеров от регуляторов, определенных решений, определенной легализации, как бы мы того не хотели. И это все потенциально может у нас произойти в ближайшее время.
Поэтому, друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, что выпуск для вас будет полезным. Если есть какие-то вопросы, оставляйте в комментариях, и будем стараться дальше радовать вас подобными интересными темами. Друзья, хочу сделать небольшое объявление для всех жителей Республики Беларусь и стран СНГ. Хочу рассказать, что в октябре 17-18 числа в Минском Marriott Hotel состоится уже вторая конференция разработчиков криптоигр. На этот раз программа будет, мероприятие существенно расширено, количество участников увеличится вдвое. На Crypto Game Conference соберутся представители игрового мира, внедряющие в свои продукты технологию блокчейн и криптовалюты. Будет представлено более 100 игровых проектов, ожидается прибытие 600 гостей из порядка 25 стран. В программе мероприятия заявлены доклады 45 спикеров. С каждым из спикеров у вас есть возможность ознакомиться непосредственно на сайте мероприятия. Конференция имеет 4 основных направления. Это криптоигры, криптоигровые сервисы, гейминг, криптофонды и платформы. Также в рамках мероприятия состоится первая церемония CGC Awards. Это первая церемония вообще в истории индустрии, где определяют лучшие игры и игровые проекты. Также в рамках конференции будет организована выставка лучших криптоигр. Для этого в экспозоне будут размещены порядка 60 бесплатных стендов для самых интересных и перспективных проектов, которые прошли тщательный отбор команды Crypto Games Conference. Поэтому всем, кому интересно развитие данной индустрии, рекомендую посетить данное мероприятие. Не исключено, что и мы сами там будем присутствовать. Поэтому ссылочку на мероприятие, а также промокод для наших зрителей я оставлю в описании. Так что до новых встреч!